Друзья, хочу поздравить вас с замечательнейшим событием 1 сентября, Международным днем освобождения интернета. Наконец-то непризнанные политологи России и Украины после продолжительной трехмесячной войны в комментариях отправляются в заслуженный отпуск. Это день, когда доблестные воины Warface поневоле бросают оружие и отправляются по усеянному трудностями пути, зовущимся школой. Это день, когда матери всего мира могут вздохнуть с облегчением, ведь теперь их половой свободе никто не угрожает. Так давайте же отдадим честь выдержавшим все это ресурсам. Браво ВКонтакте! Аллилуйя, Ютуб! Хвала Твиттеру! Напоследок, давайте же пожелаем нашим бойцам не быть искупанными в параше на переменах, не быть избитыми за неровный речитатив в сторону чьей-то матери, не быть замеченными курящими за школой. Пожелаем успешных прогулов и, конечно же, красивых новеньких. С 1 сентября! Ура! И еще одно. Не стоит врать, что вы поимели всех тёлок района. В это никто не верит. Не повторяйте моих ошибок.